отлично. Так, что с кругом еще? Будешь петь? Кружочек пока не надо. Кружочек не надо. Это кружочек, это все. Это самое. Все. Что вы сделали? А ты у нас выступала, да? Где моя ленточка? Вот она. А ваша? Вот она. Значит так, теперь скручиваем небольшой маленький рулончик, чтобы можно было куда-то поставить каплю клея. Прошу меня простить, можно для видео представить мастер-класс? Сегодня мы здесь проводим мастер-класс, посвященный тому-то, и делаем фото. Это самое цветоделие и с вами рано. Давайте полные фразы. Значит, мы сегодня, здесь мы сегодня проводим мастер-класс по производству цветов и с вами рано. Это очень такая благодарная вещь. Вот хватит вот такой вот. Хватит. Вот теперь мы берем, вот капельку, капаем сюда, вот капельку клея. И раз так, быстренько. И опять рулончик крутим. Как бы его приклеили. Смотрите, капельку клея. Чуть-чуть. Вот капельку клея ставим. Не хватит. Дальше крутим. Смотрите, чтобы я вам на руки. Нет, вот с той стороны я должна вам поставить. Вот с этой капелькой. Нет, вы рулончик перекладывали. Вывели, пока еще не положили. Вот как сложите вот рулончик. Видите? Тогда вот можно будет. Сейчас можно. Так до сих пор. Смотрите, чтобы я вам на руки. А что так получается? Еще можно. Так, горячий. Еще можно, кто не хочет капельку клея ставить, можете накрутить его весь целиком. Вот целиком закрутите. Весь целиком. Вот надо еще отправить. Мы так делаем, правда, дуванечки. Так делаем. Можно накрутить просто проще. Да, но иногда просто бывает выскальзывает из рук. Вот так делаем серединку. Держим. Я резкость еще не пойму. И так накрутите. И что сделать потом? И зафиксировать капелькой клея. И зафиксировать капелькой клея. Самый краешек. Да. И что сделать? Краешек зафиксировать каплей клея. А можно еще вот здесь, вот так вот. Раз, все. Оставим, чтобы оно застыло. Все, оно застыло. Так, отлично. И теперь подождите, не распушайте ее. Так. Все, у всех получилось. Давайте. Фиксируем здесь. Капли клея. И вот здесь вот. Посмотрите, пожалуйста, на меня. Получилось или нет? Подождите, чтобы он застыл. Конечно, получилось, а что ж не получится. Приклеилась. Сама попала со своей жулочкой. Так, теперь застывает эта штучка. Теперь берем утюг, видно, да? Берем утюг и вот прикладываем понемножечку. И она должна... как бы немножечко начать раскрываться. Страны, где клей? Сейчас я вам покажу. Нет. Щеточкой. А так бачком можно показать? Вот так вот. Помогаем руками. И распушить его, да? Берем утюг. Я руку вижу. Да. Берем утюгу, прикладываем. Это пушистый. А потом распушаем пальчиками. Так вот. Хорошо. Вот у нас. Значит так. Просто чудо. Себе это сделано. Чуть-чуть. У всех получилось? Да. У всех получилось. Что теперь делаем? Теперь берем свои болезненные лепестки, наклеиваем на них капельку клея. Еще раз что делаем? Берем зелененький кружочек. На какой? На кончик, да? На острый кончик. На острый кончик. И приклеиваем. Вот так вот.
чтобы зеленый, чтобы на зеленом поле лепесток доходил до серединки. Красный, а не зеленый. Кусочек вот на этот, да. И так приклеивайте вот к серединке.